Папа Римский Франциск не собирается из-за терактов отменять свой визит в Египет, намеченный на конец апреля, сообщает Интерфакс. «Нет никаких сомнений, что понтифик выполнит свое решение поехать в Египет», сказал заместитель госсекретаря Святого Престола по общим делам Анджело Бетчи. Как сообщалось, 27 паломников, пришедших в церковь Святого Георгия в египетском городе Танта на праздник Пальмового воскресенья, погибли во время первого взрыва. Еще 16 человек погибли при взрыве в соборе Святого Марка в Александрии. Среди них один полицейский, помешавший террористу-смертнику зайти внутрь церкви. По словам Бечу, то, что произошло, вызвало хаос и огромные страдания. Но это не может помешать мирной миссии папы.